Врачи рассказали о состоянии рабочего, который оказался погребенным заживо на строительном объекте. Ему повезло, он остался жив. Двое других сотрудников строительной компании погибли под завалами грунта. ЧП произошло в пятницу на месте возведения 9-этажного жилого дома. Толпа людей скопилась на одной из стройплощадок, где развернулась спецоперация по извлечению из-под завалов грунта трех рабочих. В котловане глубиной около 20 метров работали экскаватор, погрузчик и оператор катка. В какой-то момент произошел обвал, и люди оказались погребенными заживо. Спасателям удалось вовремя вызволить лишь одного. Врачам пришлось побороться за жизнь 26-летнего рабочего. Диагноз – закрытая травма позвоночника, закрытый компрессивный перелом позвоночника первой степени. В данный момент состояние средней степени тяжести. Позже спасателям удалось извлечь еще одного мужчину, но он уже не подавал признаков жизни. Спустя еще около 3 часов честники обнаружили тело 3-го рабочего. Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжались примерно 5 часов. Погибшими оказались жители Шымкента и Туркестанской области 54 и 47 лет. У обоих остались семьи. По предварительным данным, ЧП произошло вследствие несоблюдения правил техники безопасности и технологии ведения строительства. Котлован предназначался для строительства 9-этажного дома. По заверению подрядчика, меры безопасности соблюдались. Мы продлили время работы первой смены на 2 часа, с 7 до 9, пока погода была благоприятная. Но все меры безопасности были предусмотрены. Законным ли было продление рабочего времени, сейчас выясняют госинспекторы труда. Им предстоит выяснить, и соблюдались ли меры безопасности при проведении работ. В управлении строительства заявляют, что подрядная организация работает уже 13 лет, имеет опыт в строительстве школ и многоэтажных домов. Сейчас работы на объекте временно приостановили. Семьям погибших в компании обещали оказать всю необходимую помощь. Бахром Абдуллаев, Виталий Заинтинов, Информбюро, Шымкент.